Всем привет, с вами Алекс и сайт RimPC.b. В этом видео хотелось бы запустить на среднем ПК Warframe. Я, конечно же, еще запущу и на слабом, и на суперслабом, но пока на среднем. Итак, что же такое Warframe? Это бесплатная сюжетная совместная интернет-игра, развивающаяся в научно-фантастическом мире. Если более коротко, PvE, PvP режимы. То есть можно, как и много сюжетных различных режимов, вместе против мобов и также PvP, то есть зарубы всевозможные, стенка на стенку, то есть бесплатный такой шутерок со своими особенностями. Там в основном костюмы, якобы по сюжету, там по истории игры, костюмы имеют различные способности, а так классов якобы и нету. Ну еще, конечно, много тонкостей всевозможных, поэтому, если не знали, что есть такой условно бесплатный шутер, экшен, кстати, с паркуром, можно летать, прыгать, бегать как сумасшедший, тому обратите внимание. Я, кстати, сейчас скачал 18 гиг, но давайте... Системки. Win 7 XP и выше, Serifact 3 и выше. Двухъядерный провод всего лишь какой-то, 2 гигабайта оперативки, видеокарта уровня 8600 GT или Radeon HD 3600. Так, то есть DirectX 9 всего лишь нужен, то есть пойдет действительно на стареньких ноутах и ПК. Совершенно бесплатно скачать можно, 18 гиг качается. Так, значит, на каком я ПК запускаю? Проц AMD FX6 300, 6-ядерный проц, разогнан с 3,5 до 4,3 ГГц, 12 гиг оперативки и видеокарта Radeon HD 7870, 2 ГБ памяти DDR5. То есть я вот запускаю сейчас вот на такой вот карте 7870, это чтобы вы ориентировались. Вот все, что лучше, все, что хуже, аналоги от GeForce, это здесь встроенные карты. Данная табличка будет по ссылке в описании. Также будут там советы и рекомендации, потому что я отрубаю перед тем, как запустить игры. Так, все, давайте, отрубаю все и захожу в Warframe. Так, ну что, я в игре, я пока в ней не особо разбираюсь, потому что даже меня, если честно говоря, заинтересовало, порублюсь в нее. Но давайте пока настройки, мне сразу загрузился какой-то режим, скорее всего, какая-то обучалочка против мобов, что-то здесь нужно. Ну давайте пока в настройки. Так, захожу в видео, пока Full HD, да, я понимаю, игра очень нетребовательная, нужно всего лишь двухъядерный проц, 2 гигабайта оперативки и видеокарта с поддержкой DirectX 9, простенькая, 10-летней давности. Но в то же время давайте посмотрим, какой здесь графен на ультра будет. Так, значит, у меня 1920 на 1058, а, ну я же немножко в окне, но это ничего страшного. Так, кстати, в окне нужно чисто по техническим причинам, поэтому, чтобы вы не кричали, что ну чё ты в окне постоянно запускаешь как лошара. Так, эффекты NVIDIA Physics меня не поддерживает, Radeon, потому что карта. Ну, в общем, все врубил, все на максимум. Ну, правда, SMA средняя, тут, наверное, еще какое-то сумасшедшее есть. Ну, давайте попробую. 8 еще есть. Так, так, это ладно, оставлю так. Инверсия тоже оставлю. Ну, в общем, фактически все на ультра. И я уже перезагружал игру, соответственно, все тут будет... Так, сейчас только я общую громкость снижу, а то вас там оглушит. Давайте сейчас я там побегаю. Мы посмотрим на мониторинг слева и на графен. Заценим графен. Так, ну вот такие вот дела. То есть здесь такой паркур, экшен. То есть здесь прыгать, летать, бегать, стрелять. То есть здесь всевозможные кланы, гильдии, ПВЕ. Ну, достаточно таки интересно. Но, если честно говоря, я почитал, посмотрел кое-какие обзоры. И мне не понравилось, по-моему, здесь просто жесточайший донат. То есть, да, игра сделана для заработка. И фактически без доната здесь сложно уничтожать, так сказать. Нету каких-то уникальных, знаете, там, достижений без доната. То есть, как отметили, может быть, сейчас уже есть последними обновами, но, как я слышал, вроде бы не было. До этого не было момента. То есть, были какие-то... без доната, но они чисто внешне отличали вас от других игроков. Ну, смотрите, такой вот графен Full HD, что-то мутновато, если честно говоря. Да, может там сглаживание немножко подсбросить, но как-то мутновато. Секунду, дайте-ка я попробую сейчас как-то настроить немножко четкость. Но вы не смотрите, это только одна из таких каких-то комнат, так сказать. Здесь очень много локаций, здесь вообще космос, фантастика, все очень круто. Так, секунду, сейчас посмотрю. Ну вот, в общем-то, я немножко снизил сглаживание, поставил SMA среднее, и у меня хотя бы почетче стал виден персонаж мой. Кстати, что я ему могу делать? Что-то не ударить не могу, нифига. Что здесь делать, ребята, подскажите. То есть, ну, давайте по мониторингу. Видеопамяти, кстати, игра жрет на ультра гигабайт. Нажмите 1 для использования рассекающего рывка. 1, жму. А, все понятно, умение на цифры. Все понял, сейчас пойду их рубить. Так, дальше, по FPS показывает у меня здесь 90. Так, порубил, да, здесь рубилово, такое очень круто, красиво смотрится, ярко, сочно. Так, процесс загружен даже с записью видео не больше 70%. Дайте-ка скажу вам без записи видео, сколько будет FPS.
127-131 даже, то есть, ну, за сотню, то есть, FPS, ну, игра очень нетребовательна, оперативки жрет всего лишь 2,6, то есть, если у вас 2 только, то все-таки все равно поставьте файл подкачки, потому что маловато. Так, мне нужно туда, давайте рвану сюда, но это какая-то, а вот бежать, видите, то есть, это какая-то начальная обучалочка такая. Но, в общем, игра достаточно таки разнообразная и крутая, поэтому советую обратить на нее внимание, потому что она бесплатная, X, оружие ближнего боя. Так, круто. Графен, ну, такой, вполне себе норма для условно-бесплатного, бесплатной игры. Ничего себе, Рубилова. Поэтому такие вот дела. Так, что там? Часть пробуждения, часть вторая, ближний бой. Так, такие вот дела по Warframe. Я еще по, сам поиграю, но уже на, допустим, на слабом и суперслабом ПК немножко буду более подготовленным к ней. И немножко, может, более покажу и режимы какие-то расскажу. Хотя, может, вы сами все знаете. Так, порублю этих ребят. Ну, такие вот дела по мониторингу. Ну, это на супер... Ну, на среднем ПК, на среднем ПК. Здесь норм. Норм, конечно, FPS и все дела. Так, ладно, давайте немножко дальше пробегу. Ну, такие вот дела. Что-то здесь еще изменять особо смысла нету. А, нужно было вторичное на Е. Хорошо, обучалка. Подберите кунаи. Какой-то ствол. Оружие уже. Или что? А, какие-то режущие. А, нет, оружие, секунду. А, все, да, ствол, отлично. Ну, неплохо, немножко есть вот это мыло, мутность какая-то. Вот немножко в настройках нужно посмотреть, что за настройки ее добавляют, чтобы было все почетче. А так неплохо будет, неплохо. А то немножко эта мутность, что-то она мне не очень так нравится. Так, стрелять, давайте, постреляй немножко. Иди сюда. Отлетает что-то даже. Ну, прикольно, прикольно. То есть, опять же, не судите строго, сразу же нужно знакомиться с игрой побольше, получше. Все, наверное, я думаю, для запуска, для теста на среднего ПК, на среднем ПК вполне норм и достаточно. Давайте-ка сдалека попробую, как его неплохо можно валить, попадать. Так, рейндж достаточно норм. Так. Так, значит, что еще? В общем-то, по настройкам все ультра. Ну все, буду, в общем-то, заканчивать. Давайте продолжу потом на слабых ПК, потому что здесь в основном нужно графен посмотреть. Ну и примерно вы увидели. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Порезать, правда. Ладно, все, на этом пока все. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК. Там вы можете предлагать игры на тест, задавать какие-то вопросы, советы, рекомендации. Все, с вами был Алекс и сайт rmpc.by. Ну-ка, что будет, если упаду? Воу-воу-воу-воу-воу. А, все, нельзя. В общем, спасибо за просмотр.